Как сообщили журналистам телеканала «Волгоград-1» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, ночью 12 июля 23-летний турист в состоянии алкогольного опьянения попытался забраться на скульптуру «Родина, мать зовет». Процесс сопровождался громкой нецензурной бранью. Сотрудники МВД, несущие службу на Мамаевом кургане, оперативно задержали нарушителя. Возбуждено дело по статье «Мелкое хулиганство». Фигуранту назначили 10 суток ареста.